Всем привет, чуваки, меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Come With Man. Сейчас без 5:09, я уже на работе. Там уже намечается съемка следующей передачи. Я так понимаю, это будет передача на понедельник, новое утро. Я сейчас буду монтировать на завтра, на 28 марта, на пятницу. Сегодня 27 марта. Завтра же, кстати, мы играем в рок-клубе. Чекаут в 9 вечера. Приходите, будет горячо и любимо. Переустанавливаю кодеки на компе. Вот, потому что некоторые файлы что-то он начал тупить, вообще не открывает ничего. И я составил список того, что мне сегодня нужно сделать. Первый в космосе. Ну, рубричка такая, несложная. Сюжет силачи. Это будет реально, по-моему, что-то тяжелое, потому что, говорят, наснимали говно какое-то. Видео, это просто мне видоса не хватает нужно. Гость, это нужно гостя порезать. То есть, как гостя режут обычно. Снимают там минут 15 его, и из этих 15 минут выбирают 7 минут, где-то 6-7 минут, ну, самых, то есть, самых четких. Ну, потому что много с гостем еще там, много кто-то что лишнего говорит, неправильного и все прочее. И выходные в городе, выхи, это как вот первые в космосе тоже там, ну, ни о чем, картинки, да, голос. То есть, ну, не знаю, ну, есть работа сегодня, короче, работаем. 6:34, я закончил монтаж, мы закончили первый осмотр, сейчас я буду делать блоки, те самые 4 замечательных блока для второго окончательного осмотра. И пойду пока до Толика возьму у него шоколадку. У него есть вот такая же плитка. И я хочу ее заточить. Кстати, у нас сегодня гитара здесь валяется. Вот, она была с порванными струнами, но Толян ее воскресил. Кантри три кота! Все, друзья мои, работа закончена и можно валить домой. На улице еще светит солнышко, но правда там прохладно, говорят. Сегодня там холодно и ночью вроде как обещают до минус 17, а это очень стрёмно, это очень стрёмно. Жду Толяна, он сейчас должен где-то появиться. Вместе дойдем до остановки. Я знал, что слышу, я сам напугался почему-то. Знал ты, не знал ты, испугался ты просто. Я не испугался, я знал. Аж завонял. Да ты обкакался, наверное. Иди сходи в туалет. Я домой донесу. Ты несешь до дома? Добро такое не оставляешь тут? Нет. Абы где? Абы где не оставляю. О, да, друзья, я на машине, и это очень круто. Смотрите, какая дорога уже офигенская. По этой дороге я скоро буду ездить на велосипеде на работу. И это очень клево, и это очень клево. Вау, настроение вообще классное, без 3:09, и я буквально через 3 минуты уже буду дома. Это тоже очень круто. Я так смотрю, что здесь реально весь снег уже практически растаял, то есть грязи здесь уже, скорее всего, не будет. И это очень клево, потому что до работы от дома 8 километров. И сколько, ну не знаю, километров 6 из них, это вот эта вот дорога, наверное. Ну да, это основная дорога, там километр там, и вот тебе и 8. Вот, проезжаю телецентр, это просто по стандарту я должен его показать. Алиска уже дома, Алиска ждет. Сейчас будем смотреть сериалы всякие и играть в игры. Я с утра опять перепроверил этот X. Это что такое мокрое мне? Капнуло, это с моста там капнуло, с виадука, потому что не может быть
дождь, потому что нету ни одной тучки. Или это от этого? Бензин. От бензовоза бензин протекает и брызгается. Буду сейчас капельки собирать и стану бензиновым магнатом. Вот. Короче, эту программку испробовал, и с утра я поиграл в Колин Макрей. Как он там, Dirt 3, что ли? Вот, да, по-моему, Dirt 3. Короче, очень клево. Чуваки, я дома. Алиска тоже дома. И у нас вкусняшечки. У нас есть вкусняшечки. У нас спелый манго. Манго, потом... Оо, шпир. Это я машину забирала, мама нагрузила меня. Блин, вкусняшечки. Такой офигенный просто. Первый раз спелый едим. Киви и еще вот такая штука, типа смесь апельсина с грейпфрутом. Чуваки, если вы... Давайте я вам потыкаю камерой туда, может быть, вы ощутите. И что тебе делать? Может, как арбуз тогда его? Давай по половине просто съедим, да и все. А, это больше. Ну, порежь дольками. Да, ну вот эту часть точно. Потому что... Вкуснятина, надо было сначала чистить. Сейчас будем смотреть «Последователей». Да, друзья, как я и говорил, будем сериалить сегодня весь вечер. Ну а что еще делать? Вот. А, играть. Че, сегодня-то кружочек сгоняем? Да. Yes! «Последователи». Па-па-па-па-пам. И офигенный ассорти из фруктов. Сейчас Тёма звонил бы. Минут 15, наверное, болтали. Вот, Тёме привет. И это... У него скоро будет новоселье, так потихо скажу. Так что скоро будет тусовка. Через месяц. Дикая. Ну да, через месяц где-то будет тусовка дикая. Круто тусить у кого-то на хате, не у себя. Надо уже подумать, что ему разломать там после ремонта. Все, смотрим сериалу. Завтра выступаем в рок-клубе, кстати, не забудьте. А как называется, апельсин? Это апельсин и грейпфрут, значит, апельгрупт. Или грейпсин. Грейпсин это? Грейпсин. Чуваки, сейчас Алиска принесет нам... Друзей. Да, друзей. Давай на стол их. Короче, смотрите, чуваки. Да, это улитки. Открывай. Да они спать уже, походу, легли. Хотя да... Африканские улитки, да? Да, африканские, У меня ВКонтакте написано, астихины, что ли, какие-то там. До каких размеров они вырастают? С кулак. С кулак? С твой. Смотрите, какие они. Вот это заторможенное, вот это нормальное, но они что-то это... Ослопеды мелкие. Они, походу, нахавались и уже все. Ну, а этот что на крыше-то сидит? Они, знаешь, как вылазили прикольно, прям... Их, короче, послезавтра заберет Алискин одногруппник. Да. Это не нам. Да, ну мне нужны. У них это, глаза в разные рога. Стороны. Да, рогатулины. Рогули. Ну, ты всяко не в фокусе все-таки. Ты? На другом расстоянии, да. И ты. Они не в фокусе. Вообще, вот это была нормальная, а вот это тормознутая какая-то. Да она так не будет, я думаю. Давай, ты хочешь кушать? Уже вечер. Они вечером вылазят, а ночью они вообще шарятся. Да. Они днем спят, да, а ночью типа вылазят. Ну, это, видать, они. У них стресс. Они не дома, они не знают, что такое вообще, что творится. Ну чё ты? Все, друзья. У меня фотка есть, завтра они вылазили. А ты выкладывала в Инстаграм? Нет. Ну выкладывай. Чуваки посмотрят. Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Завтра у нас будет. Выступления, завтра много чего вообще. Днем много дел. Вот, пишите свои комментарии. Мы сегодня так и не поиграли. Я запутался уже в этих играх, если честно. Вообще, полдвенадцатого, Миша. Да, полдвенадцатого, и надо спать. Полтора часа назад должны были дрыхнуть. Да, всего вам самого наикрутяцкого. С вами были мы. Панкеда! И улитки. Улитки! Донна. Это помидоры. Что за Донна? Это помидоры. Помидорка. Hi, my name is Michael. I watch the Fight Club. And many different pictures you have. Paris in 97. Perhaps twice. And here, as yours and beaches.
Ask us and be sure.